Всем привет, друзья! С вами Эдриус и Троликс 12. И сегодня мы будем играть в Эдриусе мире, в Эдриусовом мире. Эдриус любит у нас играть в творческом. Творческий Майнкрафт. И вот я для него построил здесь, как называется, испытание, да? Ну да, паркур. Паркур. И сейчас Эдриус будет его проходить. Итак, ты готов, Эдриус? Да. Поехали! Вот, вот, видите, я уже тут пока чуть прошу. Я не знаю. А, 1-0 я выиграю. Блин, ты меня троллишь, Троликс. Давай, давай. 2, 3, 4. Ну, 5. Сейчас упадет, да? Как думаете, упадет? Упадет же. И... Ха, нет, прошел. Здесь в чемодане он берет рычаг. Этим рычагом он открывает дверь. Хотя. О, откуда он взялся? Хотя можно было просто разбить кулаком, да? Угу. Прыгает на ледяные глыбы. 2-0. Эдриус проигрывает. Ля, он не начинает заново. Он хитрый, он начинает с того же места, где упал. Да, потому что там. Да что ж такое? Да что ж такое, я тебя притроллил. Троликс умеет троллить, потому что он троликс. Он должен протроллить тебя 12 раз. Ну куда, куда прыгать? Ну, есть опять падение. Да блин, мне с самого начала начинать, вот так я не люблю. Кто-кто, троллик сумеет троллить. Поехали, поехали. И есть опять Эдриус. Может быть, здесь невозможно для Эдриуса. Не, Эдриус он профи, троллик снуб и профи Эдриус. Не лезь в мой сундук. Это мой сундук. Открывай двери. Ой, что, не знаешь, куда уже и поставить его. Да поехали уже, да разбей ногой дверь. Поехали. Я люблю... Ой, вот это супер фасл. Опять этот супер фасл валяется в воде. Опа. Опа. С одного дыхания вот сейчас пройду. Это было очень легко. Да выбивай двери ногами лучше. Я не знаю, чего он... это без колени. Все нормально, пошел, пошел. Вот так. Ой, а как ты лестницу сломал? Лестницу? Я лестницу взорвал, это эндермен взорвал ее. Ой, как плохо. А я не люблю творческий мир. Опа. Да хватит в сундуках лазить уже. Это мой... Проходи быстрей. Сейчас, подожди. Мы ждем скорости паркура, а не кактус. Жопой на кактус упади. А не больно становиться на кактус тебе? Мне очень больно. И прыжок, паркур, есть. Заскочил. Да, короче, я сейчас вот так выбью. Вот так, это правильно. И это правильно, Эдриус. И ванна. Ай. Нажимаем кнопочку. Ой, да что ж ты такое? Короче, ладно, я вот так сделаю, это очень трудно. А чё ты так? Не знаю, потому что это тяжело. Потому что я умею затроллить Эдриуса. А ну-ка, сейчас. Я тут дойду, сейчас тебе потроллю. Ребята, а скажите, это трудный паркур, как вы думаете? Ребята, вы видите вот этот домик из бедрока и алмазный? Вон там в алмазном я делаю эксперименты, а то мой домик из бедрока. А зато в своем мире на выживание я сделал книгу зачарований. Ой. А, да ладно, пусть будет. Ничего себе, это все мое. Я сделал книгу зачарований на выживание, сделал себе лук зачарованный и... Алмаз зачарованный. Да хватит забирать этот алкоголь. Это не алкоголь, это мои зельки. Я люблю зельки, все, я забираю все. Зачем они нам надо? Ну, чтобы мне прыгать легче было. Так, эти все зельками? Гля, Эдриус жадный, загребает. Все на свете. А, что я швырся? Все, поехали. Ой, я нашел стейки себе. Да хватит жрать, уже жирный так, как кабан. Ой, блин, ночь настала. Зелька прыгучая. И что ты теперь, прыгать будешь как ракета? Опа, видал? Так у тебя с жопы вон пузыри идут зеленые. Это ну, зелька. с попы. Опа, видал? Блин, я такой паркур построил, который сам бы никогда, наверное, не прошел бы. А Эдриус, он зельки бахнул и пошел. Ой, а интересно, тут не видимо было? Да побежали, опа. Уже ночь на дворе, потому что я смогу выиграть опа, у тебя. Опа. Ой, ты не можешь у меня больше выигрывать. Я так испугался. Да ты пищишь, как крипер. А ну-ка, интересно, а сколько у меня там еще зелька? Да давай быстрее, зелька. Опа. Не, я так не могу. Давай. Он камень добывать надо было.
Не надо было. О, есть, он упал. Как много я прохожу. Троллик с 12, как всегда, выигрывает у Эдриуса. Ну, давай быстрее. Да шо ж ты, Эдриус? Я не знаю, но у меня блоки ТПХ есть. Блоки ТПХ. Блоки, которые... Хватит, ты неси нечестные эти, пьешь зелья. Не пей зелья. Ха-ха, Эдриус опять проиграл. Да не, опа. А чё света нету? Я не знаю. Я боюсь троллить. Включите свет, темно дышать. Сейчас. Ой, а зачем мне ты... Ой, а зачем мне тыква тут? Не знаю, ты давай иди дальше. Что ты собираешь? У нас здесь паркур или побирание нищенских... Ой, как... пошёл зомбак. Ты... Ай, он маленький дурачок. Опа. А он тебе ничего не делает. Снеговички, я люблю снеговичков. Ты проходишь паркур или нет? Ну да. А зачем ты туда накидал тыкву? О, видишь, а что они делают? Они вот бьют зомбачков. Да, ты проходишь паркур или нет? Да, сейчас прохожу, сейчас дойду до него. Скоро он заканчивается уже, я уже забыл. Вот. Все, да? Вот это вот еще 3 испытания. Еще 3 испытания? Да. Я вот строил и забыл, что понастроил. Окей. Ну побежали куда-нибудь уже. Я, может... А что это такое? Ой, я тебя... Блин, догадался, а? Моя кнопочка. Я не хотел ему говорить, что здесь надо так делать. Ну, блин. Вот так вот. Это еще последнее испытание, да? О, догадался. Ой, видите? Какой я умный. Подсказки я оставил ему, что это зеленые, должны быть синие квадратики. Ай, ну ты... А Эдриус догадался. А что ж ты красные не разбиваешь, розовые? Какие? Где? А вдруг там тоже что-то? Кнопку стал. Блин. Ты паркур заканчиваешь или нет? Да. Опа. А это, видишь, головы. Это головы. Это головы. Я боюсь сейчас, я их убью. На. Не надо. Зачем ему в глаз попал прям? Это моя голова, не надо. Еще один. Это очки. Ну беги дальше. Так, бежим дальше. Только... Куда ты в угол дома? То бежим дальше. И, кстати, знаете, это моя палатка, видите? А там живет крипер. Да. Ой. Зачем ты? Ложись спать на сундуке. Ой, а я могу, вот, видишь? Ты все прошел паркур? Да. Ну, тогда покажи лучше свой дом теперь. Вот это первый. Сейчас второй покажу в пустынке. Возьми крылья. А, вот, ты близко это здесь. Это второй, вот такой богатенький. И вот это третий. А что ж ты вовнутрь никого не пустишь? Ну, сейчас пущу. Ой, я что-то запутался в этом уже домике. Где, что? И лодка это, у него есть. Мой вход, вот видите, какой у меня такой прикольный домик. А в сундуке? Ой, папа. Ой, что только нету. Ну, ты идешь. А в этом сундуке сколько? Они тебе не нужны. А можешь мне в мир мой на выживание перекинуть все это? А мне и не я надо. Я жадный, вот. Мне ничего не надо. А где у тебя зомби на цепи живут? Они где? И, кстати, сейчас я вам покажу мой последненький домик, где вы уже, наверное, видите. А это кто, крипер? Нет, это была слизень. А где? Вот сейчас. Прилетим сюда. Смотрите. Золотой дом. Это моя комната для испытаний, а вот это мой домик. Вот это из бедрока. Скоро метеорит. А что он залатанный? Ну, потому что скоро метеорит будет лететь, а бедрок он самый сильный. И что, выдержит метеоритный дождь? Да. А вот это моя комнатка для испытаний. Вот тут я, ну, каких-то тут жителей ставлю, от которых... И убиваешь их. Да, вот так зелья в них кидаю, убиваю, забираю топорики, изумрудики, да и все. А не, я такие... этого не знал. Сейчас мы вот это видео доснимем и пойдем в мой мир. Смотрите, вот, видите, я тут... А что это за колючки? Это когда-то я был нубиком и... Упал, спал там. Да, и вот кустики сюда посадил. Это королевство, короче, кустика. Но мне метеоритный дождь все взорвал. И видите? И часто тут метеоритный дождь бывает? Да. А в бедрок он не пробивает, да? Не, вообще не пробивает. Он самый сильный. Мою кухню-то не пробьет, а вот комнаты, я думаю, да. Бедрок самый сильный, да? Да, вот я сейчас вам покажу мой домик. А что ты нас вовнутрь не пустишь? Вот поискаю. Ой, а что это?
Тебя не пускают к тебе домой. Вот, это мой второй этажик, я знаю, более стратненький, потому что у меня тут все горело. А сундуков в море, а что горело, от метеорита? Нет, из-за того, что у меня костер там еще есть. Ты забыл потушить костер? Да. Вот, это моя комнатка, это комнатка с кухней Трольца. А теперь я вам покажу мой камин. Вот мой камин сейчас. Ай, ты себе задницу поджарил. Сейчас я вам покажу, что у меня там в сундучке на кухне находится. Вот моя еда. И тыквенный пирог. Давно ты меня не кормил тыквенными пирогами. Ну да, только там он один и... Вот такую вот я сделал тумбочку в своем выживании. Вот, вот, вот смотрите, фокус. Без лазурита, ребята. Это а чё? Это просто супер. Это потому что фокус у меня такой. А я могу на выживание без лазурита? Нет, не можешь. Там все по-честному, да? Да. У меня выживание по-честному. Смотрите, какой я красивенький. А, это шлем можно такой же. И трусы ему, и сапоги. Та, ё-моё. Ладно, все, давай тогда будем на этом прощаться уже. Да, и всем... Ну, с вами был я, Эдриус и Троллис 12. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если не понравилось видео, пишите комментарии. Всем пока! И не забудьте написать, это был сложный паркур или нет. Вы смогли бы такой пройти? Я думаю, ролик все такие, ну, все смогли это пройти. Всем пока!